Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя, моего дорогого друга, Бхакти Расаян Сагар Махараджа. Тихо его поприветствовали, так от сердца, так погромче. И давайте очень даже от сердца поблагодарим Ачютатму Брабу за такой замечательный баджан. Махарадж просто не знал, это не я баджан написал, это все Наратамбаста. Садись лучше. Hare 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 Hare
Санкиртан Ярге Кида, Тичинитай Сатинандана Кида, Шилправопада Кида, Мустангуру Бринда Кида, Самадетта Бхакта Бринда Кида, вся слава собравшимся преданным, вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге. Hare Krishna. Я подумал, что Ачютатма Прабху не только очень вдохновляюще спел баджан, но также позволил нам всем собраться, потому что, как известно, в ИСКОН у преданных совсем другое измерение времени. Да, если преданные говорят, что мы подойдем через 5 минут, надо у них все время спрашивать, это по человеческому времени или по времени полубогов, потому что преданные же выше полубогов, правильно? Поэтому у них совсем другое измерение времени. Одну историю хотел рассказать про Гопал Кришна Махараджа. Здесь много его учеников, я знаю, кто здесь ученики Гопал Кришна Махараджа. Есть? Немного, ну, так или иначе. А? Шивши ученики, да. Один раз я был во Вриндаване, и Гопал Кришна Махарадж подошел ко мне и говорит, мы вот собираемся Радхаятру провести на Курукшетре, я хотел бы, чтобы ты поехал, попереводил для преданных. А мне так сильно не хотелось из Вриндавана уезжать. И у меня были там реально дела, которые я должен был до отъезда доделать. То есть, ну, я, конечно, Махараджу не хотел отказывать, но я говорил, да-да, посмотрим. Вот, а Махарадж, ну, он чувствовал, что я не особо склонен. И он ко мне каждый день подходил, ну что, едешь на Курукшетру? Я говорю, ну, да, посмотрим, попробуем. Вот. И мне так неудобно, с одной стороны, перед Махараджем, а с другой стороны, я думаю, ну вот, уеду и свои дела не доделаю. Там мне надо было купить что-то, съездить. Новый базар, на злой базар. И пришел этот день поездки на Курукшетру, с утра уже автобусы там поставили, преданные начали туда заходить, и Махарадж мне еще раз напоминает, говорит, вот на Курукшетру, давай все, поехали, мы тебя ждем. Я говорю, да-да-да, попробуем, посмотрим, вот я сейчас свои дела доделаю. И думаю, ну как, все знают, если преданные задерживаются в Индии, они еще больше задерживаются. И я подумал, что съезжу, сделаю покупки, вернусь, если не уедут, значит поедут, если уедут, значит не судьба. Поехал, не спеша, все покупки сделал, возвращаюсь, вижу, автобусы стоят, вот не повезло. Ну, думаю, заеду, завезу покупки, там все завез, разложил, думаю, надо омовение сделать, пообедать. Сделал омовение, не спеша пообедал, думаю, ну автобусы уехали, конечно же. Выхожу, автобусы стоят. Думаю, так, ладно, ну, не повезло. Придется ехать. Сел в автобус, и еще 5 часов мы подождали и поехали. То есть с преданными невозможно опоздать, даже если очень сильно захочешь. Говорят, это настоящие друзья, да? Ты идешь и думаешь, опоздал, и приходишь первый навстречу. Вот, ну ладно. Сегодня у нас серьезный день, на самом деле. Ачютатма Прабху так напомнил мне очевидную вещь. То есть все, наверное, помнят, что вчера был особый Экадаши. Пандава Нирджал Экадаши, очень аскетичный день. И, соответственно, на следующий день ему надо как-то расслабиться.
И это вообще исторически происходит на протяжении многих веков. Вот, поэтому сегодняшний день – это день пира. И он называется Чидадахи Уцава. Это очень особый праздник, который произошел на берегу Ганги, и он описан в Читане Чаритамрите замечательным образом. Манджалия. И мы с вами прочитаем об этом празднике, поскольку сегодня такой замечательный праздник. Конечно, некоторые говорят как-то не очень понятно. Читан Чаритамрита – это Академия Сознания Кришны. Да? То есть самое высшее, что только может быть, Бхагавад-гита, соответственно, это азбука духовной жизни, Шримад-Бхагаватам – это университет, а Читан Чаритамрита – это Академия. Самое высшее произведение, и в основном там описано, что читающие там эти поели, попели, опять поели, опять попели, опять поели, опять попели. Причем поели, там вообще настолько подробно все расписано, как они поели, что они поели, когда они поели, с кем они поели. И нам, конечно, трудно понять, да, как это совмещается с самым высшим духовным знанием, но смысл не в том, что есть, хотя это тоже имеет значение, да, а о ком речь и почему это происходит, почему это описано, и как раз таки вот сегодня мы прочитаем о том, как ели, но необычные личности. Давайте мы повторим мантры, которые прославляют Кришну, Гуру и Вайшнаву. Мы прочитаем из третьей главы Панчалилы, которая называется «Встреча Шри Чайтанья Махапрабху и Рагхунатхи Даса Госвами». Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Сия Двайта Гададхар Шивасати Гоур Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама Хари Рама 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 Харе Харе Бхадарма Хатри Мапрадху Пурня Маншите Дамаша Пруша Вумте Банан Садаса Садасат Матай Банка Шишна Манаман Начам Шиме Дайя, дайя, Шри Чайтанья, дайя, Нитьянанда. Дайя, Шри Чайтанья, дайя, Нитьянанда. Дайя, дайя, Шри Чайтанья, дайя, Нитьянанда. Дайя, Шри Чайтанья, дайя, Нитьянанда. Дайя, Двайта Чандра, дайя, Гора Бхакта Вринда. Дайя Двайта Чандра Дайя Гора Бхакта Вринда. Дайя Двайта Чандра Дайя Гора Бхакта Вринда. Дайя Дайя Шри Чайтанья Дайя Нитьянанда. Дайя Шри Чайтанья Дайя Нитьянанда. Дайя Двайта Чандра Дайя Гора Бхакта Вринда. Дайя Двайта Чандра Дайя. Итак, мы начнем читать с 35 стиха 6 главы. «
Эй, матараго на тебе, царе кагела, дитя царе пала или монакаила. Таким образом, Рагунат Дас целый год играл роль первоклассного дельца, но на следующий год желание покинуть дом вновь овладело им. То есть Рагунат Дас Госвами пытался сбежать из дома для того, чтобы присоединиться к Господу Чайтанья Махапрабху, стать его преданным, но родители его не отпускали. Ратри уте экал чали илла палана дурахайте пита данды аниладрия. Однажды ночью он собрался и ушел, но когда он был уже далеко, отец все же настиг его и вернул обратно. Эй, мате баре баре пала ия дхарьяне, таде танра матакае танра питасане. Почти каждый день Рагунат убегал из дома, но отец возвращал его вновь и вновь. Тогда мать Рагунатхи сказала отцу следующее. Путра батул хайла и хайрак каха пандия тамра пита кайтара нирвинахана. Наш сын обезумел, сказала она, просто свяжи его веревками. Объятый горем отец ответил ей. Индра сама Айшварья стри Апсара сама Эй саба бандите нарикилрианда мана. Рагуната, наш сын, имеет богатство, подобное сокровищам Индры, царя небес, и прекрасную, как ангел, жену. Однако все это не привлекает его мысли. Дадира бандане танре, ракки баки мата, джаннарате питанаре, прарабха кандайте. Как же мы сможем удержать нашего мальчика дома, связав его веревками? Это не под силу даже отцу, который свел на нет реакции своих прошлых деяний. То есть если его не привязывают безграничное богатство и красавица-жена, как его может привязать обычная веревка? Чайтанья Чандрера Крипа, Ханаче Инхаре, Чайтанья Чандрера Пату, Кей Ракхите Паре. Господь Чайтанья Махапрабху даровал ему свою милость. Как можно удержать дома того, кто бредит Чайтанья Чандрой? Батула обозначает безумец. Тот, кто сошел с ума от Чайтанья Чандры. Кто хочет также сойти с ума от Чайтанья Чандры? Я знаю, что Чайтанья Чандры Чаранбабу благословляет Питер, да, регулярно своими приездами. Питеру очень повезло, поскольку он начал свой путь духовной практики отсюда. Вообще Питер удивительный город, да? Президент всей страны из Питера. ЖБСИ всея Руси из Питера. Самый популярный духовный учитель в России из Питера. Необычный город, духовная столица России, поэтому на вас как-то вот так уже налагается особая ответственность, если уж вы из Питера, вы должны быть самыми подтверждениями. Вот вы, кстати, Киркин начал. То есть, если уж вы из Питера, то это обозначает, что вы должны быть самыми впечатляющими преданными. Табре Рагуната Кичу Вичарила Мане Нитянанда Госанирапа Сучалила Ртайне. Тем временем, приняв решение, прямо на следующий день Рагунат отправился к Нитянанде,
Госвами. Панихати грами пайла прабхурадаршана киртания севак санги арабхауджана. Деревеньки Панихати Нитянанда Прабху в сопровождении исполнителя киртана предана и множество других людей принял Рагхунатха Даса. Ганга тире причамуле пиндарау паре васия ченгена котиги судьотана каре. На скале под деревом на берегу Ганги, источая сияние, подобное сотне тысяч восходящих солнц, восседал Господь Нитьянанда. Шри Нитьянанда Прабху ки джай. Представляете, какая картина? Ослепительное сияние источает Господь Нитьянанда. Недаром Нарадамдас такой поет. Нитай пада камала, коти чандра шушитала. Лотосные стопы Господа Нитянанды сияют, как миллионы лун. И для нас это очень важный эпизод. Почему? Потому что Рагхунатх Дас Госвами хотел непосредственно получить милость Верховного Господа Шри Чайтанья Махапрабху, и у него это не получалось. И мы понимаем в сознании Кришны, что ничего не происходит без санкции Верховного Господа. То есть Господь не давал ему такой возможности, хотя внешние родители и их слуги этому препятствовали. Но смотрите, как только он захотел получить милость Господа Нитянанды, ему сразу же открылись все возможности. И для нас, кто такой Господь Нитянанда, кто его непосредственный представитель, духовный учитель. И поэтому вот это очень яркий пример, что по милости духовного учителя невозможное становится возможным. То есть, если мы хотим получить милость Кришны, мы должны получить милость Господа Чайтанья, Чандры. Если мы хотим получить милость Господа Чайтанья, мы должны получить милость Господа Нитянанды, который является представителем всех духовных учителей. Тале упарей бабу бхакта бхактана чевичита дейки прабура брабава рагхуната висмита. На земле, окружив его, сидело множество преданных, узрев величие Нитянанда Прабху. Рагхунатх пришел в изумление, висмита, был поражен. Дандават хана сей падилаката дуре сейва какахе Рагхунатх дандават каре. Рагхунатха издали предложил свое почтение пав ниц. Дандават. И помощник Нитянанды Прабху доложил, Рагхунатх Дас предлагает тебе свои поклоны. То есть он показал, вот там в Дандавате лежит Рагхунатх Дас. Суни Прабху кахе чора били даршана ая ая аджи тора кариму дандана. Услышав это, Господь Нитянанда Прабху сказал, ты вор! Ты явился, чтобы увидеть меня. Иди, иди сюда. Сегодня ты будешь наказан. Очень интересно. Он предлагает дандават Господу Нитянанде. А Господь Нитянанда говорит, сейчас мы ему сделаем данду. Данда обозначает наказание. Сага с вами наказан, поэтому ходит с дандой. Очень интересно, он говорит, чор, вор. Почему же он? Что же своровал Рагхунатх Дас Госвами? И у кого он что своровал? Почему Господь Нитянанда обвиняет его в воровстве? Ну, конечно, только те, у кого совесть нечистая, да, они так в сторонке, предпочитают близко не подходить к
авторитетам. Господь лейтенант однозначно большой авторитет. И Рабинат Дас держится на расстоянии от господа Нитянанды. Но почему же он вот? Кто скажет, кто догадается, почему же он вот? Что же он своровал? Приему убрал. Да. Он получил чистую любовь к Богу. И это самое большое сокровище. Поэтому господин Нитянанда в шутку говорит: ты вор, иди сюда, сейчас я тебя накажу. Брабу Балаятенго, Никатена Тарыгаман, Акаршия Тандра, Маты Брабу Дарила Чарана. Господь звал его, но Рабинат не решался приблизиться к Господу. Тогда Господь против его воли изловил его и возложил свои лотосные стопы на голову Рагунатхи Даса. Вот это наказание. Кто хочет быть таким наказанным? Чтобы Господь Нитянанда возложил свои стопы нам на голову. Это просто мечта. Поэтому говорится, что лучше быть наказанным Верховным Господом, чем благословленным иллюзорной энергией. Каутуки Нитянанда Сахачайдеямана Рагунатхикахичу Анасадая. Господь Нитянанда от природы обладал милосердием и веселым нравом. Исполненный сочувствия, он обратился к Рагунатхи Дасу со словами: Никатена айша чора агадуре дуре адилакпанна чида димутамаре. Ты напоминаешь воришку, ибо вместо того, чтобы подойти ко мне, ты прячешься. Теперь, когда я поймал тебя, ты будешь наказан. Дади чида бакшанкара мокара амурагане суньянандита иларагнатамане. Организуй праздник и накорми всех моих спутников лущеным рисом с йогуртом. Услышав это, Рагунат пришел в восторг. Я не знаю, почему лущеный рис здесь переводится, но по идее это плющенный рис, знаете, такой сухой рис, как воздушный рис, только без воздуха. То есть такие. Ну да, я думаю, что те, кто были в Индии, они знакомы, сталкивались с таким, да. То есть он как воздушный рис, но просто сплющенный. Не знаю, почему они это делают, но, видимо, для того, чтобы проще было перевозить. То есть фактически это воздушный рис. Сейксани нидялока патаила грамми бакся дравилока сабеграмма хаитиане. Рагунат немедля послал своих людей в ближайшую деревню для закупки и доставки разных продуктов. Чида датхи дукка сандеш арачинкала сабадравьянанда чадвике дарила. Рагунат Дас привез лущеный рис, йогурт, молоко, сладости, сахар, бананы и прочую снедь. И все это выгрузил. Махотсаванама суни раммана саджана асидей лаги лалока асанкьяганана. Как только весть о празднестве разнеслась среди людей, тут же начали собираться браманы всех классов и другие добропорядочные граждане. В конце концов собралось множество людей. Араграмантара хайте самагрианила сатадай чарионатанна. Анаила, заметив, что людей становится все больше, Рагунат организовал дополнительную доставку продуктов из соседних деревень. К тому же привезли от 2 до 4 сотен больших круглых глиняных горшков. Это очень интересно, что в Индии, да и вообще среди преданных, вот если начинается раздача просады, вот вроде никого нет, и потом бум, толпа, и она вообще не заканчивается. Да? Просто откуда они узнают, ну, похоже, только параматма, да, привозят таким образом. И причем совсем не обязательно, что это какие-то, знаете, голодающие люди, которым там нечего есть.
Но все вот так ценят просад, и самое большое благо от просада, конечно же, просад – это милость Господа, да, любовь Кришны проявлена через просад. И говорится, что угощать просадом и принимать просад – это один из видов любовного взаимообмена, да, и поэтому это то, что приносит большое наслаждение преданным. То есть преданные собираются там, где раздается просад, не для того, чтобы просто что-то поесть, а для того, чтобы почувствовать вкус любви в отношении с Кришной и с преданными. Бада-бада-мритхундика Анаила панчасаты Экавитра брабула вичита Видяятате. Раздобыл он и 5-7 огромных глиняных горшков, и в них радости Господа Нитянанды один из браманов замочил лущеный рис. Эка тани тапта дукте чита бидяна, адека чани ладатте чини каладия. Сперва отдельно очищенный рис в больших горшках заправили в горячем молоке, затем половину риса сдобрили йогуртом, сахаром и бананами. Ара ате гана бритта дукте те чанила, чанпа калачини гритта карпуратале татидила. Вторую половину смешали со сгущенным молоком и бананами особого сорта, который называется чампакала. Затем добавили сахар, топленое масло и камфору. Дути паре брабу яде пинда де васила сада кундири пратанна агите дарила. После приготовления Нитянанда Прабху переоделся и сел на возвышение, где браман выставил перед ним 7 огромных горшков. Очень интересно, что так подробно все описывается, какие были ингредиенты, то есть прямо можно взять и приготовить эти блюда. То есть даже не нужна поваренная книга кулинарная, все там в читании Чаритамриты включается. И очень простые блюда. То есть по факту, что там было... воздушный рис, замоченный в сладком молоке, то есть получается вот такой сладкий рис быстрого приготовления, хозяйкам на заметку, может вместо того, чтобы варить, можно просто сладкое молоко, сухой рис кинуть, размешать и все готово. И похоже вкус не хуже, чем сладкого риса. И рис с йогуртом. Соответственно, одно сладкое рисовое блюдо, другое соленое рисовое блюдо. Все, вот и вам пир, пожалуйста. Если хотите быстро пир организовать, вот, можно это сделать. Да. И все довольны. Ничего особенного не надо. Да. Потому что рис, зерно дает энергию, а молоко... экстаз, молочные продукты, да. Это олицетворенная любовь матери коровы. И, ну, я знаю, что сейчас веганство набирает силу по всему миру, и даже многие преданные становятся веганами на этой волне, но я честно признаюсь, что навряд ли я смогу когда-нибудь веганом стать. Потому что меня очень привлекло то, что Кришна любит молоко и молочные продукты. И он также любит всем этим делиться. Уж если он с обезьянами даже делится, ну, нам тоже достается. Вот. И молоко, особый экстаз, молочные продукты, особый экстаз вызывает. Да? Кто это чувствует? Вот одно из проявлений любви к Кришне и любви коровы. Двойная такая любовь. Чабутара упарьятта прабурани джагане бада бада лока васила мандали рачане.
На этом возвышении, окружив Господа, уселись все самые близкие спутники Шри Нитянанда Прабху и другие влиятельные люди. Рамадаса Сундарананда Даса Гададхар, Мураве Камалакара Садашива Пурандар. Среди них были Рамдас Сундарананда, Гададхар Дас, Мураве Камалакара Садашива и Пурандара. Дананджая Джагадиша Парамешвар Дас, Махеша Гуридаса Вода Кришна Дас. Еще там были Дананджая Джагадиш, Парамешвар Дас, Махеша Гуридас и Вода Кришна Дас. Уттаранадата Адди Ятани Джаган Упаре Васила Саба Кейкаре Ганан. А также Ударандата Такур и еще много других близких спутников Господа восседали на возвышении с Нитянандой Прабху. Всех их было не перечесть. И Шрила Прабхупада говорит, где в Читании Чаритамриты можно найти подробное описание всех этих личностей в Адилиле. Суни пандита батачарья яттари прайла маньякаре брабу саварил параева сайла. Услышав о фестивале, на празднество пришли просвещенные ученые мужи, брахманы и священники. Господь Нитянанда Прабху поздал им почести и предложил сесть рядом. На возвышении каждому были предложены два глиняных горшочка, один с сгущенным рисом и сгущенным молоком, а другой с колотым рисом и йогуртом. То есть сладкое и соленое. Пожалуйста, пир. Все собравшиеся расселись группами вокруг возвышения, и количество не поддавалось счету. Всем и каждому из них поставили два глиняные горшочка, один с рисом, пропитанным йогуртом, другой с рисом, с сгущенным молоком. Некоторые из брахманов, кому не нашлось свободного места на поляне, со своими двумя глиняными горшочками риса устроились на берегу Ганги. То есть Рагунат Дас Госвами всем поляну накрыл, но даже на поляне все не поместились. Тем же, кому не хватило места даже на берегу Ганги, пошли в воду и там начали вкушать эти два блюда из риса. Да. Будьте проще. Да. В воде покушайте, попируйте. Хорошо. Благословение за одно очищение. Да. Матой Ганги. По идее, люди очень позитивно настроены. Таким образом, некоторые сидели на возвышении, некоторые у его основания, а кто-то на берегу Ганги, и всем и каждому от 20 раздающих еду человек досталось по два горшочка. К тому времени появился выдающийся знаток по имени Рагава Пандит. Придя в изумление от увиденного, он рассмеялся от восторга. Он принес много блюд, приготовленных с ги, и предложил их Господу. Этот просад он сперва поднес Господу Нитянанде, а затем оставшиеся раздал преданным. Рагава Пандит сказал Господу Нитянанде: «Я уже предложил для тебя еду божеству, но ты проводишь здесь празднество, и пища осталась у меня дома нетронутой». Ну, то есть, я для тебя приготовил, ты пошел куда-то непонятно и кушаешь, да? Еще что-то. Господь Нитянанда ответил: «Позволь мне днем кусить еду тут, а вечером я поем у тебя дома». То есть мы знаем, что Господь Нитянанда – это Баларама, поэтому у него вообще не проблема. Он может кушать круглосуточно, очень любит. Гопаджати ами баху, гопагана санге, ами сукха пае, пурина баджана ранге. Я состою в обществе пастухов. И, естественно, многие из них сейчас со мной. Я просто счастлив, когда мы можем все вместе насладиться пищей на берегу реки. Господь Нитянанда предложил Рагаве Пандиту сесть и велел принести ему два горшочка с рисом. То есть он ему говорит: да не парься, ты со своим просадом садись, вот покушай то, что у нас есть. Когда всем раздали рис, Господь Нитянанда Прабху призвал медитации Шри Чайтанью Махапрабху. Махапрабху аила декки нитай утхила танре дана сабарас чида декки талагила. Когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, Господь Нитянанда приветствовал его стоя. Затем они принялись наблюдать, как все наслаждаются рисом с йогуртом и сгущенным молоком.
Из каждой порции господь Нитянанда взял по маленькой щепотке приготовленного риса и, шутя, положил его в рот Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху, улыбаясь, тоже взял щепотку еды и положил ее в рот Нитянанде. Так господь Нитянанда обходил всех кушающих, а вайшнавы весело наблюдали за происходящим. Никто не понимал, что делает Нитянанда Прабху, обходя ряды вайшнавов, однако некоторые самые удачливые смогли узреть присутствие Господа Шри Чайтанья Махапрабху. То есть он просто в воздух, да, так раз предлагал, и те, кто не видели, они просто видели, что раз пища исчезает куда-то, а те, как самые удачливые, видели, что это был Господь Чайтанья. Нитянанда Прабху улыбнулся и сел. По правую руку от него стояли 4 горшочка лущеного неотварного риса. Господь Нитянанда предложил место Шри Чайтанья Махапрабху и усадил его. Затем оба брата приступили к еде. Ишва Прабхупада в комментарии говорит: когда всем раздали рис, Господь Нитянанда Прабху в медитации призвал Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Чайтанья Махапрабху явился, Господь Нитянанда Прабху стоя приветствовал его. Затем они наблюдали, как все наслаждались приготовленным рисом с йогуртом и сгущенным молоком. Из каждой порции Господь Нитянанда Прабху взял по маленькой щепотке приготовленного риса и, шутя, положил в рот Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой тоже брал щепотку еды и, смеясь, клал ее в рот Нитянанде, угостив его. Угощая его. Так Господь Нитянанда обходил всех седоков, и все вайшнавы весело наблюдали за происходящим. Никто не мог понять, что делал Нитянанда Прабху, обходя группу кушающих. Однако некоторые самые удачливые смогли узреть присутствие Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Наблюдая, как ест Господь Чайтанья Махапрабху, Господь Нитянанда, пребывая в совершенно счастливом настроении, проявил все признаки экстатической любви. Господь Нитянанда Прабху распорядился: все вкушающие, воспевайте святое имя Хари. Тут же, заполняя всю вселенную, зазвучали святые имена. Хари, 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 Хари. Нитянанда Прабху, Анандита Хайла, Ката Ката Баба Веша, Пракашара Карила. Пока Нитянанда наблюдал, как ест Господь Чайтанья, пребывая в совершенном блаженстве, у него проявились все признаки экстатической любви. И он распорядился, что все начали воспевать святые имена. И воспевая святые имена, все вспомнили, как Кришна вместе со своими друзьями и с Баларамой кушали прасад на берегу Ямуны. То есть Ганга – это Ямуна, да. Гора Нитай – это Кришна Баларама, и их спутники – это мальчики-пастушки. Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Нитянанда были в высшей степени добросердечны и милостивы. Это было огромным счастьем для Рабинатхи Даса. Они приняли все его подношения. Кто может понять величие и милость Господа Нитянанды Прабху? Он своим могуществом побудил Господа Шри Чайтанья Махапрабху явиться на берег Ганги, чтобы вкусить приготовленный рис. Всех ближайших преданных, которые были мальчиками-пастушками, во главе с Шри Рамадасом, поглотила экстатическая любовь. Сидя на берегу Ганги, они пребывали мыслями на берегу Ямуны. И тут торговцы узнали, что пир и Рагунат Дас все скупает. Они быстренько свезли туда все, как обычно в Индии бывает. И Рагунат Дас у них все скупал. И затем их же кормил, их же продуктами. Вот это экстаз, да, у торговцев дух. Продали, а потом все свое и съели. И все, кто мимо проходил, их тоже не пропускали. Их тоже кормили рисом, йогуртом, бананами. Рис, йогурт и бананы – это вот три продукта, которые охлаждают
Ну и, как известно, конечно, в Питере сейчас не так жарко относительно, но те, кто были в Индии, они знают, что из себя представляет июнь месяц в Индии. Кто был в Индии в мае-июне? Это самое жаркое время, и там просто вообще духовка реальная. А кондиционеров еще не было, даже вентиляторов еще не изобрели. Я, кстати, помню, ручной вентилятор в доме Бактериона такой. Все так крутишь ручкой. То есть все было очень таким простым. Соответственно, нужно было что-то, чтобы охладиться, и вот это три продукта, которые замечательно охлаждают. Рис, йогурт и бананы. Поэтому кто хотел утолить голод, кто хотел прохладиться, все шли на рис, йогурт и бананы. И когда Господь Нитьянанда Прабху закончил, с едой омыл руки и рот, он предложил Рагхунатхе Дасу попробовать оставшиеся в четырех горшочках. Это были остатки из больших горшков Господа Нитьянанды, из которых браманы раздавали просад преданным, предлагая каждому понемногу. То есть Господь Нитьянанда накормил его собственным махапрасадом. Затем на Господа Нитьянанду одели цветочную гирлянду, покрыли его сандаловой пастой. Один браман это сделал. Господь Нитьянанда с улыбкой начал жевать орехи бетеля, которые ему предложили преданные. Господа Нитьянанда мы, конечно, не можем имитировать. Он Верховный Господь, может и бетель жевать. Затем Господь Нитьянанда всем раздал гирлянды, сандаловую пасту, оставшиеся орехи бетеля. И Рагхунатх Дас немножко вкусил махапрасада от Господа Нитьянанды, потом он накормил всех преданных. И Кришнадас Кавираж Госвами говорит: «Эйта кахилун Нитьянандара вихар чидагати махатсалина викхярия». Итак, я описал игры Господа Нитьянанды Прабху, происходившие на памятном празднике с рисом и йогуртом. И вот сегодня у нас годовщина этого знаменитого события, Двадаши. Почему Господь Нитьянанда попросил накормить всех преданных рисом с йогуртом? Потому что это была возможность для всех конкретно прервать пост на Экадаши рисом. Вообще в Индии, особенно в Бенгалии, все так сильно страдают на Экадаши. То есть, потому что бенгалец без риса, ну, все равно, что, наверное, храм без божества. То есть он просто не мыслит себе жизни без риса. И, соответственно, Рагхунатх Дас Госвами всех бенгальских преданных очень порадовал этим. И для нас это описание очень важно в том плане, что как Рагхунатх Дас Госвами получил милость Господа Чайтанья Махапрабху, как начался его путь духовного возвышения по милости Господа Нитьянанды. И еще один очень важный момент в этой истории – это то, что Рагхунатх Дас был очень богатым преданным. То есть, ну, там дальше описывается, мы просто не будем все читать, как он в конце Господу Нитьянанде подарил золото и золотые монеты, причем такое солидное количество, да, золота и золотых монет. И потом он Ракхаве Пандиту тоже отдал золото и золотые монеты. И он сказал, что вот просто раздай эти деньги и золото среди преданных. То есть вот сам реши, кому сколько дать. Ракхава Пандит там быстренько список написал, кому сколько. Вот, и Рагхунатх Дас Госвами отдал ему это золото. И мы знаем, что
его доме, его отец, он был очень богатым человеком, да? То есть он зарабатывал, ну, наверное, по нашим меркам, ну, несколько десятков миллионов рублей в месяц, примерно так. То есть у него было достаточно финансов, поэтому Рабинадас Госвами мог смело раздавать золото, золотые слитки. И, тем не менее, он ничем этим не интересовался. То есть, и вот далее, читаем Чаритамриту, описывается отречение Рабинадаса Госвами. И вот это настоящее отречение. Отречение, мы знаем, очень важная вещь сознания Кришны. Недаром Господа Чайтанью прославляют Вайрагья Видья, Ниджа Бхакти Йога, Шикшарта Эка, Пуруша Пуранам, Шри Кришна Чайтанья Шарира Тари, Крипам Будхир, Ясамахам Прападье. Сарвам Патачарья говорит, Господь Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, который воплотился в этом теле, Шри Кришна Чайтанья, олицетворяет собой Вайрагья Видья. То есть он дал всем науку преданного служения, которая основывается на Вайрагье, отречении и Видье, знание. То есть знание и отречение – это два самых важных элемента служения Кришне. Да? Недаром в самом начале Бхагаватам об этом говорится. Васудеве Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитаха. Джанайди Ашувайрабьям Гьянам Чайат Ахайтукам. Да. Что тот, кто занимается преданным служением Господу Васудеве Кришне, Джанайди Ашувайрабьям очень быстро обретает отречение и гьянам чаядахайтукам, и беспричинное знание. Что значит беспричинное знание? Это знание, которое проявляется в сердце. Дивья гьян приде прокашита, да, как мы поем каждое утро. И я думаю, что многие преданные имеют такой опыт, особенно те, кто активно заняты проповедью, распространением сознания Кришны. Когда вы проповедуете, божественное знание раскрывается в сердце, удивительное понимание приходит. У кого был такой опыт? У многих преданных. И отречение – очень важная вещь, потому что отречение подразумевает бескорыстие. И бескорыстие – это чистое служение Кришне. Савайкум сам пару дармо, я то бхактира докшиде, ахай такие противата, и атмасу просидати. Говорится, что высшей деятельностью для всех является преданное служение Верховному Господу, и для того, чтобы оно полностью удовлетворило душу, оно должно быть бескорыстным и беспрерывным. Два условия очень важные. И Господь Чайтанья очень ценил настоящее отречение, и Рагхунатдас Госвами, который, кстати говоря, является прайоджана ачари, да, у нас три особых Госвами из шести, Рупа, Санатана и Рагхунатдас Госвами. Санатана Госвами – это самбанда ачари, то есть он дает знания. Рупа Госвами – это Абхидея Ачария, он дает практику. И Рагхунатдас Госвами – это Прайоджана Ачария, он помогает нам понять, в чем высшая цель. И, конечно же, высшая цель – это чистая любовь к Богу. Вот. И Рагхунатдас Госвами от всего отказался ради служения Кришне. Это обозначало, что он изначально, у него не было никаких материальных мотивов. И позже, читаем Чаритамриту, описывается, что даже мотивы гордости или, знаете, майя очень хитрая.
Можно быть очень смиренным преданным и потом начать гордиться своим смирением. Майя может всегда поймать нас на удочку. Вот поэтому отречение Рагхунатха Даса Госвами было полным, абсолютным. Он отрекся даже от престижа отреченного человека. И здесь показан путь его духовного, достижения его духовного совершенства. И, конечно, самый главный аспект для нас – это милость Господа Нитянанды. И для нас, конечно же, Шрила Прабхупада является проявлением милости Господа Нитянанды Прабху. Если бы Шрила Прабхупада не принес такую невероятную жертву, не приехал в Америку. Конечно, многие мечтают в Америку поехать, да? Многие люди из развивающихся стран думают, что в Америке золото прям на улице лежит, как раз пройдешься и все, полная кармана золота. Вот. И они рвутся в Америку, думают, что вот там будет полный экстаз. Но я видел тех, кто вырвались в Америку, и видел, какой у них экстаз. Потому что, ну так, как-то приходится иногда ездить туда. И, честно говоря, экстаз весьма сомнительный, потому что в основном русские, если это женщины, они работают нянечками за копейки, а мужчины – таксистами. То есть вот экстаз весьма сомнительный для тех, кто переселился в Америку. Вот, то есть американская мечта как-то очень странно проявляет себя в реальности. И у Шрилы Прабхупады вообще не было никаких иллюзий по поводу Америки. Он прекрасно понимал, куда он едет. Он шел на эту аскезу как жить в доме у мясоедов, хранить просад в холодильнике рядом с мясом, терпеть, когда вам в комнату заходят в уличной обуви, а это в Америке стандарт вообще, то есть они даже в обуви спят или сидят за столом, ноги на стол, в уличной обуви, ботинках, прямо это нормальное явление. И все курили. И когда в Шриле Прабхупаде заходились, прямо с дымящейся сигаретой в зубах, говорили: «Свамиджи, у нас философский вопрос, можно мы спросим?» Прабхупада говорил: «Да, конечно, присаживайтесь». «А ничего, что мы курим?» И знаете, что Прабхупада говорил, да, что ну, не переживайте на эту тему. И вот он сидел в клубах сизого дыма, пытался им объяснить каким-то образом философию сознания Кришны, то есть даже несмотря на то, что подавляющее большинство из нас не родилось в сознании Кришны, я очень сомневаюсь, что вот сейчас, попробовав вкус сатвы, попробовав вкус высокого образа жизни, чистоты сознания Кришны, кто-то с легкостью согласился бы на то, чтобы жить в таких условиях. Но Шрила Прабхупада это сделал, несмотря на то, что он всю жизнь, да, он с самого рождения жил в идеально чистых условиях сознания Кришны, но ради проповеди он пошел на невероятные лишения. Патита Павана, да, то есть он приехал специально для того, чтобы дать сознание Кришны всем нам, и мы знаем, что в России он даже рисковал реально
своей свободой и жизнью ради проповеди сознания Кришны. Поэтому для нас он самое большое проявление милости Господа Нитянанды Патита Паваны. И мы понимаем, что не было бы Шрилы Прабхупады, не было бы никого из наших духовных учителей. Что все они передают нам милость Шрилы Прабхупады. И, конечно, не было бы вообще никого и ничего. Представляете? Поэтому Шрила Чхапатака Махарадж написал Баджан, что бы с нами было, если бы Прабхупада не приехал. Если бы Прабхупада не пришел, страшная реальность была бы. И поэтому у нас сегодня будет особый сюрприз для всех преданных. Но прежде чем мы перейдем к сюрпризу, у нас еще есть время, да? Какое-то. Вот. Вообще, я очень, конечно, хотел, чтобы Ачютатма Прабху сказал несколько слов тоже вот на эту тему, Чедадахи, Рагунатх Дас Госвами, фестиваль, Господь Нитянанда, милость, путь духовного совершенства, я уверен, он явный гора Бхакта, то есть он Бхакти фанатик. Господа Чайтани Махапрабху, Нитянанды, горы Лилы. Это я уже понял. Вот. И он также очень смиренный. Я вообще хотел, чтобы он вместе со мной тоже поделился своими реализациями, которых у него очень много. Но он так смиренно говорит, нет, вот лучше я посижу, послушаю. Вот даже преданные ему гирлянду приготовили, он от нее отказался. Зря время тратишь, ты же сюрприз приготовил. Все ждут сюрприз. Я думаю, стоит гирлянду предложить, да? Ачютатма Прабху. Правильно? Где у нас гирлянда для Ачютатма? Мы уже ее поменяли на гречку. На плющенная гречка в йогурте, в молоке. Но если вдруг... Сирасана Сарва Марадзе Ки! Просто, ну, все время заставляет Махарашина делать что-то. Я просто как марионетка в его руках, он дергает за какие-то ниточки невидимые. Вот, и приходится мне что-то говорить всегда. Глубокая игра, и, к счастью, о жизнеописании Рагунатха Дас Госвами мы знаем достаточно много. Вот какой он проделал путь, действительно, он был в достатке, жил всегда в достатке, и мы знаем, что его отец, он, даже когда он принял это самое, да Боже мой. Даже когда он принял, мы знаем уже такое настроение идти, утреченный уклад жизни, да, мы знаем отец, он постоянно, деньги все время догоняли его, скажем так. Отец постоянно посылал золотые монеты, он выслеживал, где проповедует его сын, что он делает. Вот. И даже когда он пришел в Пури, Джиганатха Пури, и принял прибежище от Сварупа Дамодар Госвами, вот вчера мы только, у нас была Пури Катха, так замечательно Махарадж описывал деревья со знаками, которые бревна приплывали. Вот. И даже там постоянно он был достаточно обеспеченным человеком, и он устраивал пиры. Поэтому, если кто хочет идти по стопам Рагунатха Дас Госвами, можете закатывать огромные пиры, кормить вайшнавов. И Чайтанья Махапрабху был очень рад этому на самом деле. Но в какой-то момент пиры закончились. Ядре наступил кризис. Денег больше не было. И Чайтанья стал спрашивать, Сварупа, где, что, почему нет пиров? И тогда Сварупа Дамодар Госвами сказал ему, что Рагунатха Дас отказался от этого финансирования, потому что он говорит, я уже, ну, отвлеченный человек, и я до сих пор завишу от своих родителей, получаю от них финансы. И Господь Чайтанья был очень счастлив в сердце, и мы знаем, Дас Госвами, он сел у ворот Симха-двары,
прямо возле храма Господа Джаганнатхи, вот, и просто стал просить подаяния. И в какой-то момент он даже исчез оттуда. И тогда уже спросили, почему ты ушел? Он говорит, я уже стал просить подаяния, поставил ящик для пожертвований, вот. И стал уже оценивать, ага, этот сегодня пожертвовал, а вот этот уже 2 дня ничего не кидает мне, ничего не жертвует. Говорит, двойственность стала развиваться в моем сознании. Поэтому мы знаем, не зря он про Йоджана Ачарья, и прям пример такой вайраги, о полной любви к Господу, которая проявлялась внешним безразличием. Это даже не отречение от мира, виракти — это безразличие. Даже это не вайраги как таковое, виракти — равнодушие. Просто нет интереса к этим вещам, все, меня это больше не интересует. И вот он, пребывая в таком настроении, мы знаем, да, он просто отмывал старый рис, который выбрасывали возле храма. И однажды Чайтанья Махапрабху, он прибежал к нему в полном экстазе, и он кричал, ты пируешь без меня. И он выхватил этот рис и даст Госвами, говорю, ну, Господь, дорогой Господь, этот рис, он недостоин тебя, ты не можешь это вкушать. Вот меня напоминает эту историю Субрама Судама с Кришналилой, Гор Лилы и Кришналилы, они как две комнаты одной квартиры, можно сказать. И дальше Дас Госвами, он отправился во Врадж, и он получил благословение Рупы Санатаны и поселился на Шьямакунде, мы знаем. Да? Он жил на Шьямакунде очень долго, и практически вот там он проявлял, конечно, чудеса премы, да, в его сердце, которое разливалось из его сердца, према. И он был погружен, он просто пил катхамриту. И когда Рупа Госвами приносил ему какие-то лилы, описывающие Випраламбу, настроение разлуки, Радхи, Кришны, это очень высокий уровень, ничего не имеет общего с материальными ощущениями, которые мы получаем в этом мире, материальный опыт. Он просто упивался, и описывается, у него был такой экстаз, что он мог бы оставить тело. И тогда Санатана, очень разумный, старший преданный, да, он подходил и говорил, Рупа говорит, забери у него эти книги уже, принеси ему книги о встрече, где Радхи, Кришна не радуются, кидают красками друг друга, у них там все хорошо, счастье. Вот. И тогда Рупа Госвами, он брал эту книгу, и, конечно же, поразительная вот эта трансформация происходила у Рагхунатха Дас Госвами. И он был очень смиренно, он постоянно кланялся божествам и преданных. И даже когда он уже был старенький в возрасте, да, его находили, бывало, он не мог подняться. Он просто лежал у стоп Рады Говинды, на Шьямакунде, и говорится, что преданные его просили, пожалуйста, не нужно совершать эти аскезы уже, вы уже такой почтенный вайшнав. И он говорил, да, да, да. И на утро опять его где-то находили, он опять где-то лежал, не мог встать. И однажды самая известная история, когда ему принесли эту чашку, он пил в конце, когда уже Санатана оставил, и Рупа оставил этот мир. Он принял обет, потому что он чувствовал сильную разлуку с ними, он хотел воссоединиться с ними в духовном мире. Вот, и он принимал пахту один раз в 2 дня, чашечку такую. Пахта – это громкое слово на русском, красиво звучит, просто такая белая вода, на самом деле, кто в Индии пил эту пахту. Вот. И преданные, они увидели, они подумали, не хотели его обхитрить, и они принесли чашку в 2 раза побольше. Да, раз он пьет эту чашку, и мы знаем, что он спросил, откуда эта чашка, из Сабхьясхали. Сакья-стали, он в гневе просто швырнул ее, никогда ничего не приносите из Сакья-стали. И он постоянно проявлял настроение Манджари, которая спутница Шимати Радарани, близкая ее подруга. Вот. И есть описание, когда ему открылась Сиддхадеха, я не знаю, надо рассказывать в таком зале. Но есть такие глубокие, интересно, что нам просто вот из всех ачарьев нам очень много досталось. И мы много можем погружаться, читать, думать. Что означает, когда мы читаем молитвы Дас Госвами, мы смотрим на мир его глазами. Мы видим Кришну, Радху его глазами. Его вот через глаза любви. Да, его глазами мужчины любовью полностью. И когда мы читаем, тоже чуть-чуть вот можем, ну, капелька, брызг может, или ветерок с этого океана Бхакти тоже может и до нас доноситься. Поэтому, конечно, поразительная личность, и он поклонялся, хотя это Прайоджана Ачарья, да, и у нас божество Прайоджана Гопинатх, но мы знаем, сам Дас Госвами поклонялся Говардану, как Махарадж вчера красиво рассказывал нам, как к нему пришел Говардан, вот, такие лилы всегда происходили, и 500 лет назад, мы знаем, что ему Говардан шил, дал сам Шри Чайтанья Махапрабху, он передал ему шилу и Гунджамалу вот эти бусики,
для Говарда Анашилы, и до сих пор все разные версии говорят, но принята у нас версия, что эта Шила, она находится в Радхе Гопалананде. Если вы возьмете ее, посмотрите на эту Шилу, там прямо видно, как она оплавилась от экстаза. Она такая гладкая и пальцем мятина, потому что Махапрабху каждый день массировал эту Шилу. Вот, не знаю, для чего это рассказываю, но так или иначе, Гопинат Дас Госвами, конечно же, личность, знаете, героическая для меня. У каждого должны быть, мне кажется, какие-то кумиры. В этом материальном мире люди выбирают кумиров каких-то странных людей, вот, полностью обусловленных. Но у нас тоже могут быть свои герои. Это Шукадева Госвами, Махарадж Парикшит. И вот Рагунат Дас Госвами, несомненно, одна из величайших личностей. Рати Манджари в духовном мире, да? Куча-куча историй. На Шьямакунде, если вы приедете, благородил Радхакунду, к нему постоянно приходил Господь, либо посылал. Кстати, когда должен стал полностью отвлеченный, деньги все равно не покидали, он не мог от них никуда убежать. И мы знаем, одним утром он проснулся, он увидел, как Бриджабаси, они стирают в Радхакунде свои тряпки. И вот он подумал, ну это нехорошо, надо какой-то вот отдельный колодец им сделать и как-то облагородить. После этого он сразу подумал, боже мой, ну я саньяси, на все это такие финансовые затраты, где я возьму деньги? И он стал отгонять эти мысли от себя, но уже Господь, находящийся в его сердце, он все понял. И мы знаем, да, шло огромная телега золотых монет в Бадрикашрам на поклонение Бадри Нарайана, один крупный по тем временам бизнесмен. Вот он отправил эти телеги, и Кришна пришел во сне к нему, он сказал, меняем курс. Бадрикашрам разворачиваемся и идем в Утар-Прадеш. На Шьямакунду ты должен найти Рагудас Госвами, вот, и все денежки ему передать. И когда эти горы золота опять приехали, и он говорит, боже мой, опять. Поэтому у него было много талантов, но он также был талантливый администратор. Как ни странно, мы иногда читаем про каких-то наших ачарьев, думаем, ну вот это небожители, они не ходят по земле. Но на самом деле он и Рупа Госвами, и Джива Госвами, кстати, тоже были очень талантливыми руководителями. И он организовал огромную такую реновацию Радхакунды и Шьямакунды. И мы видим, да, они Шьямакунда неровная немножко. Знаете почему? Хотите узнать, почему Шьямакунда чуть неровная? Да вы знаете. Да? Ну, в следующий раз тогда, наверное, расскажу. Говорится, что 5 пандавов, они явились тогда с Госвами и попросили не трогать деревья, которые там прекрасные, 5 деревьев. Говорит, мы, говорит, в образе этих деревьев находимся. И Дас Госвами, он обладал таким мистическим совершенством, мог разговаривать со всеми живыми существами, с птицами, с деревьями. Поразительно его. Вот. Он мог чувствовать эту вибрацию деревьев, да, какие они эмоции испытывают. И они тоже чувствовали, кстати, его эмоции. Вот, и поэтому, если вы посмотрите, Шьямакунда, она неровная немножко. Даже когда уже мы приезжали, там последнее дерево, вот остаточек, это говорится, пхима, да, пхима-сена. Вот. Поэтому вот он так жил, и на Радхакунде совершал свой баджан, вот, и однажды он увидел картину. Его сердце, очевидно, да, я думаю, я недавно читал, что Джива Госвами, он описывает, есть антардаршан, когда мы видим Господа в сердце, ощущаем Его присутствие, чувствуем Верховного Господа в своем сердце, антардаршан. И потом в какой-то момент сакшатдаршан, Господь может исчезнуть из сердца. Обычно так происходит, Господь просто исчезает из сердца, и преданный жадно начинает искать Его везде, потому что он потерял самое драгоценное ощущение вот этой любви и присутствия Верховного Господа. И тогда Дас Госвами, говорится, он стал искать, и он увидел эту картину на Радхакунде, вот эти лилы, где Рада и Кришна, водные игры, да, и Радхарани вот в какой-то момент просто повернулась к нему и сказала, давай помогай мне, чего ты сидишь там. И в этот момент у него открылась его сварупа. Хотя он нити ситха, вечный спутник, рупа и Рагунат, два нити ситхи, на самом деле, что Прабхупада описывает, которые пришли в эти лилы. Тем не менее, видите, определенное покрытие йога-майя присутствует. Поэтому мы можем молиться этот день, его смирение, Рагунат Дас Госвами, как он смиренно служил Нитянанде, всем вайшнавам. Он был очень скромный, очень смиренный, но в то же время очень отважный, героический человек. Вот, и он проповедовал. И многие приняли у него прибежище. Многих вы не знаете, ачарьев. Нараяна Бхатта Госвами, такой великий ачарья, был тоже из наших
Он с Южной Индии пришел, вот, и он жил очень долго в Ургунат Дас Госвами. Именно Нараяна Бхатта открыл Варшану. Если придете во врач, вы увидите, что на Варшане нету следов самад, баджан кутиров, ни рупы, ни санаты, никого нету. И однажды я задался вопросом, почему, что такое, может не наше как-то настроение. Эта дхамма открылась позже чуть-чуть, вот уже Нараяна Бхатта Госвами, Шикша, ученик Ургунат Дас Госвами. Поэтому на самом деле это здорово. Мы сегодня пели баджан Рупа, Сирупа Манджари Пада. И очень важно чувствовать целомудренность в своем сердце и нашей сампрадае. Это очень важно. Если мы хотим понять, кто такой Нитянанда Господь Читай, мы должны быть преданы Шисти Госвами и понимать. Очень много великих святых, и мы всех уважаем, Рамануджа, Ачарья, разные сампрадаи. Но если мы не чувствуем целомудренность и верность по отношению к нашей сампрадае, тогда может не открыться. Вот вочаствуйте, я чувствую целомудренность и верность сампрадая. Си сач паринама санкиртана ядяки. Ну вот просто за то, что Махарадж меня все время заставляет, я иногда что-то говорю. Прибыл! Я рад, что тебя заставил. Прибыл! И также я хотел сказать одну вещь, ну то есть, когда мы говорим об отречении, примером которого явился Рагхунат Дас Госвами, обычно мы воспринимаем отречение как что-то внешнее. Ну, то, что Ачутатма Прабху сказал, что вот, например, для того, чтобы отстроить Радхакунду и все там облагородить, Рагхунат Дас Госвами понадобились серьезные финансы. И поэтому каждый раз, когда я говорю об отречении, я подчеркиваю две вещи, самые важные, некоторые, наверное, уже знают, что первое правило отречения какое? Прежде чем отрекаться, надо иметь то, от чего вы хотите отречься. То есть отрекаться от своей плохой кармы или нищеты – это не сознание Кришны. Отрекаться надо от богатств. И второе – отрекаться надо не просто так, а в пользу Кришны. Все запомнили два правила отречения? Первое. Прежде чем отречься, надо иметь от чего отрекаться. Второе. Отречение обозначает использование всего в служении Кришне. Вот. И такие примеры, как Рагхунат Дас Госвами, почему он на протяжении многих веков, они впечатляют людей. Потому что это был человек, который ни в чем не нуждался материальном, и он полностью посвятил себя служению Кришне. Если бы это был какой-то бомж, который прибился там куда-то, да, это был бы не очень впечатляющий пример. Вот, я помню, как в свое время мои родственники обсуждали один пример молодого человека, который закончил школу с красным дипломом, был такой вундеркинд, и он пошел учиться в университет на юриста, проучился пару лет, бросил, пошел на, по-моему, финансовый, проучился пару лет, бросил, потом пошел на философский, проучился год, тоже бросил, и потом пошел в духовную семинарию. То есть это было впечатляюще. То есть человек, у которого были просто все двери возможности в жизни открыты, и который выбрал служение Верховному Господу, это очень впечатляет. И
Вот вопрос вам. Кто хочет, чтобы сознание Кришны очень сильно всех привлекало? Кто хочет, чтобы о Кришне и о служении Кришне вообще весь Питер говорил? Харибол! Так вот. Самый главный фактор – это вы. Поэтому если вы сделаете свою жизнь по максимуму успешной, и в это включается и финансы также, так? И если вы будете все это использовать в служении Кришне, то это будет настоящее отречение, и это будет очень сильно впечатлять окружающих. То есть тогда все поймут, чем сознание Кришны отличается от мирской религии. Потому что мирская религия – это когда люди приходят к Богу для того, чтобы Он решил их проблемы. А сознание Кришны, как один преданный очень хорошо сказал, это мы решаем проблемы Бога. Не Он решает наши проблемы, а мы решаем Его проблемы. Да? Какая самая главная проблема Кришны? От чего болит голова у Кришны? Кто-то говорит, что от нас. А? Преданные говорят, от них болит. От чего болит? У Кришны от них голова болит. У Кришны болит голова от того, что многие его забыли, многие не хотят с ним иметь никаких отношений, и поэтому мы можем видеть такие удивительные вайшнавы, как Рагхунат Дас Госвами, как Шрила Прабхупада, как наши духовные учителя, они жертвуют всем для того, чтобы как можно больше людей познакомить с сознанием Кришны и сделать Кришну счастливым. И если мы хотим, вместо того, чтобы бегать за людьми и пытаться их убеждать в ценности сознания Кришны, сделать наоборот, чтобы люди за нами бегали и узнавали о том, что же такое это сознание Кришны. Для этого очень важно показать всему миру настоящее истинное отречение. И это то, что сделал Шрила Прабхупада. Шриле Прабхупаде было предсказано, что он будет очень богатым человеком. И он пытался разбогатеть, он реально занимался бизнесом на протяжении многих лет, потому что он думал, то, что в гороскопе есть, не может быть неправдой. И он хотел разбогатеть не для себя, он хотел разбогатеть для того, чтобы помочь своему духовному учителю в его миссии, но как-то вот не получалось. И когда он, наконец, отказался от этих попыток и решил последовать наставлению своего духовного учителя, проповедовать сознание Кришны в англоязычном мире, кто-то подсчитал, что Кришна дал ему около 3 миллиарда долларов по нашим меркам, ну это где-то 180 миллиардов рублей, да? Ну, то есть такая нормальная сумма. Вот, потому что открыть 108 храмов, школ, ферм, ресторанов и всего остального, то есть мы знаем, сколько всего Шрила Прабхупада сделал. И финансовый масштаб, ну вот примерно таким был. И причем Шрила Прабхупада четко знал каждый день. Вот. Есть одно интервью, у него спрашивают: «Свамиджи, а сколько ваша секта, да, какой-то такой злой корреспондент, сколько ваша секта денег зарабатывает?» Шрила Прабхупада. Корреспондентишка. А? Злой корреспондентишка. Злой, да. И Шрила Прабхупада прямо, ни секунды не задумываясь, сразу ответил: 800 тысяч долларов в день. Мы зарабатываем и тратим по всему миру. Корреспондент был в шоке. Он говорит: «Свамиджи, а вам немного будет?» Прабхупада говорит: «Много? Вообще-то все деньги мира принадлежат Кришне. Но вы же нам не отдаете все деньги мира, но вот приходится перебиваться. Ну, 800 тысяч долларов в день». Вот. То есть Шриле Прабхупаде,
Кришна дал все, когда он полностью сосредоточился на выполнении наставления своего духовного учителя, и Шрила Прабхупада проявил истинное обречение в том, что он все это задействовал в служении Кришне, и сам он продолжал жить такой же простой жизнью, какой он жил тогда, когда у него ничего не было. Вот это истинное отречение. Иметь все и ничем не пользоваться для себя, и все использовать для гуру, Кришны и преданных. Кто хочет получить такое благословение? Рибо! Спасибо, Махарадж, за вдохновение стать успешными. Еще один момент, то, что отвлекается у меня сердце, продолжая с вами. У него, конечно, удивительное произведение есть, «Юмана Пшикша», вот из-под дьяволи кусочек такой. Я рекомендую всем глубоко прочитать, помедитировать, поскольку через эти произведения мы можем узнать сердце Ачарьи. Вот. И первым же шлоке он говорит «Сада дамбха хитва», «Сада дамбха хитва», «Всегда оставляй гордость, гордыню». Вот это тоже у меня как-то вот это глубоко отвлекается. То дамбха, и на санскрите, как дарпана, да, зеркало и гордыня, однокоренные слова, но это отдельная история. Вот. Но вот Дас Госвами, он всегда призывает нас наполняться внутри, да, быть удовлетворенными от возможности служить просто миссии Господа Читания. Вот, и тогда сада дамбха хитва, быть осторожным, не пускать гордыню или высокомерие, я с высокомерием всех там своего полета орлиного. Вот это важный урок, мне кажется, который тоже учит нас Рагунатдаса Свами. Спасибо, да. Интересно, что слово «дамба» и «дамбха», они очень похожи, да? То есть высокомерие может поставить такую дамбу на пути потока бхакти. И несмотря на то, что мы можем получать очень много милости, но толку от этого может не быть, если мы будем находиться под влиянием дамбхи, высокомерия, гордыни, одно из самых опасных, один из самых опасных пороков. И, конечно же, не только Рагунат Дас Госвами, но и его уполномоченный представитель Шрила Прабхупада, они показали идеальный пример, как оставаться простым, преданным, смиренным, очень скромным, несмотря на головокружительный успех, включая финансовый успех. И, конечно же, по милости таких вайшнавов, мы можем надеяться на то, что у нас это тоже получится. А милость вайшнавов мы получаем точно так же, как мы получаем милость Кришны. Ну вот как, например, прасад, да, это то, что соприкоснулось с Кришной, зарядилось его духовной энергией, и поэтому прасад приносит нам такое большое благо. И один преданный спросил про мою последнюю поездку в Америку в конце прошлого года, и я обещал ему сказать о особом сюрпризе. Самое большое благословение, конечно, которое мы имеем, это общение со старшими вайшнавами, особенно с учениками Шрилы Прабхупады. И один из них почему-то беспричинно добр ко мне. И последнюю поездку сделал особый подарок. Это курта, которую носил Шрила Прабхупада в начале 70-х годов, и визитка Шрила Прабхупады, которой он пользовался в это время. Вот. И визитка, и курта сейчас здесь. Махарадж, скоро соберешь весь гардероб, у тебя же кардиган есть, курта есть. Ждем следующую весу ощущения. Все вы можете получить благословение Шрилы Прабхупады, это музейная реликвия, конечно же, но сегодня особый день. Все вы можете подзарядить свои духовные батарейки, получить непосредственное благословение.
нашего основателя Ачарьи. Очень интересно то, что все отмечают, что у этой курты сохранился совершенно мистический запах на протяжении всех этих десятков лет, он не выветривается. Вот. И вы можете соприкоснуться с этой реликвией прямо сейчас. Если есть какие-то объявления, я смотрю, и даже еще Рома не пробовал уже. Во-первых, давайте поблагодарим Махараджа за лекцию. Я думаю, мы сейчас просто, у нас сейчас по распорядку будет арати, и мы можем попросить, мы хотели бы вас попросить привести арати вначале, ну, пропуджарить, если вы сможете, а потом вы можете достать курту, когда уже арати закончится, и преданные будут подходить и получать благословение. Так вот, да ведь? Нормально? Да. Вот, так что, дорогие преданные, вот мы только что договорились, сейчас удивительный момент, сейчас будет, ну, после объявления у нас будет арати, и где-то в середине арати Махарадж станет с куртой вот около алтаря, справа от алтаря, и можно будет потихонечку подходить, не толкаясь, хорошо? Матаджи справа, рабу слева, хорошо? Вот, и дотрагиваться до лба, да, куртой, так? Или рукой, или до самого лба, да? Нормально? Вопросы к нас нет. Хорошо так, нормально? Замечательно. Хорошо. И перед тем, как Кора Арати будет, вы помните, что у нас не было программы. В воскресенье у нас была в прошлой неделе замена, мы не успели подготовить сводки Санкиртаны, поэтому мы сегодня делаем подношение за 2 недели. Дорогие Шичинтай Шичинандана, за 2 недели преданные распространили 1286 книг Шрилы Прабхупады. На Харинамах распространили 369 книг Шрилы Прабхупады, на Санкиртанах одного дня 80 книг Шрилы Прабхупады. Также преданные провели около 20 харинам за 2 недели. И наша программа «Пища жизни» раздала почти 2500 порций просада. Привет! Санкиртана я. Эй!